Здравствуйте, друзья! Мы на нашем строительном объекте. Так потихонечку завершается все. Вы видите, сделали бетонную такую дорожку. Вот так она идет. Вот сюда приходит и вдоль границы участка идет, 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 идет. Ну и, собственно, там дальше было и раньше. Вот. Но к этому месту, значит, вот подвели и стало так органично. Много вещей не очень заметных происходит, но нам поставили электрику, нам поставили газ, провели, подключили. Это связано еще с тем, что инспекции всякие ходят, приходят. Вот Светлана, Светлана лучше скажет. А раньше провода висели вместо лампочек, да? Лампочек вместо вот этих вот штук. Это у нас вот пожарная сигнализация, да. Вот тут сюда были провода. А вот это что, Светик? А это же спринклеры. Это спринклер, это брызгалка. Да, вот будильник повторный. Так, ну это как бы держалка для нее, да? Нет, то это есть сам спринклер. Если, например, в доме пожар. Что-то у нее вида нет никакого. Просто если пожар, эта пимпочка выпрыгивает. А, оно выскочит вниз и будет брызгаться. И будет брызгаться. Значит, а вот во вторник будет инспекция уже по приему. Как-то, знаешь, неэстетично как-то. Некрасиво, да. Они бывают с такими шляпочками закрыты. Да, бывают очень красивые. Ну, вот не знаю, поскольку мы так это не обговаривали. Нам поставили какой-то странный неэстетичный спринклер. Неэстетичный. Светлана утверждает, что уже всюду у нас лампочки там стоят. Ну давай. Да, вот лампочки. Давай в батрум, давай. Давай в батрум. В туалет. Ну-ка. Давай. Опа! Друзья, таки действительно горит. Знали бы вы, сколько за этим всего. Туалет. Как ты знаешь? Как-то он без души. А без души, конечно, когда нет напора никакого воды. Ну, это да. Ж мы же ограничены, мы же воду экономим. То есть они как бы специально, из экономии воды. Да. А дальше уже берешь кастрюлю и сам. Да, вот краник. Ну-ка, давай. А водичка идет. А горячая идет, интересно? Так это ты, по-моему, холодная. Да, что-то она... Ты ее, по-моему, в холодное пихала. Не, вот так холодная, а там должна быть горячая. А тут горячая не идет. Ну-ка, подожди. Ну да, в эту сторону горячая. Нету. Ну ты знаешь что? Так она же не холодная, не горячая, она никакая не идет. Нет, ну тогда вот явно как-то странно. Нет, ну слушай, какая-то идет. Так вот мы крутим, бах, вообще поток воды остановился. Ну вот вопрос, который надо задать. Это вот, друзья, вот так вот возникают вопросы. Слушай, вот тут розеточки встали наконец, а тоже было не поймешь чего. Да, вот ну, тут положим, видишь, хорошо. Вот этот вот фен. Вот. Давай. Да. Понял, это... Вытяжка. Да. Вытяжка, вот, загудела. Там, видишь, они сейчас это новая мода, вот они так. Тут сенсорные, видишь, вот эта фигня сенсорная, вот это. Ну, что это значит? Ну, когда он мойщер почувствует, почувствует влагу, что уже не надо, так он выключит. Он сам, а включится, сам может включиться? Не знаю, у меня так. Таких не было а еще. А этот что? А этот на motion detector, то есть если... То есть если ты вошел, то он на движение, ну-ка давай выйдем. Не, оно не так быстро выключится. Понятно. Там какой-то... Хорошо, то есть это как бы так современные фишечки такие. Да. У нас уже стоит термостат. Светик, а вот объясни мне, пожалуйста, вот эти выключатели, да? Вот у нас зритель некоторые говорит, а почему такие простенькие, спрашивают? Знаешь, что простенькие? Подойди, это, подойди. Это наши зрители жаловались, когда да. Были совсем вот такие 50-х годов. С, ну да, да. Вот такая вот. С пальчиком. С пальчиком. Дело в том, то есть что это еще не такие это страшненькие. Это еще ничего. Это еще. Это я ему сказала, я говорю, как же так, ты, говорит, ставишь такие выключатели? Да. Он говорит, а мне никто не сказал, что должны быть другие. Я говорю, так ты бы спросил? Да. Это же спецификации, конечно, нет на каждый выключатель. Но ну, да. Можно спросить, ты, во всяком случае, в новом доме... А где они нашли такие, как там были? Ну, они взяли самые чиповые, какие были только. Но он во всем доме переделал. Я сказала, я не могу построить дом но с такими старыми отстойными выключателями. Да. То есть вот он поменял. Он все переделал, да. Ну, хорошо. Хорошо. Вот зрители, друзья, вносят вклад... В ну, качество строительства своими комментариями. Это ощущение, что это посудомоечная машина работает тут. Ну, во всяком случае, питание на ней есть, она не установлена. Блин. Чего? Вот все там есть. Да, ну как бы тут мануалы лежат, и такое вот. Ощущение, что ее проверяли на работу, но тут же будет и мокрая. Я не понимаю, что ты хочешь сказать? Вот если ты сейчас нажмешь что-то старт, она начнет водой работать. Ну, так я не буду нажимать старт. Ну, подожди, но в ней же лежат бумаги, ты видишь? Микроволновка тут запиталась. Откуда тут почему-то у нас тут... Они ее подключили к этому самому. К воде. К
к воде. Вот он производит лед пока. Я хочу, чтобы надо они как-то отключили. Его настроить, чтобы он не производил. А вот он еще так, слышишь, так подхрюкивает. Вот говорит, сейчас еще литку сделает. Да. Да. Ну, это и то, что я не люблю, и всегда... Мы сами лед не делаем, люди будут жить, пусть делают. Но. Дело не в этом. Дело в том, что поскольку в морозилке хранятся замороженные продукты, да. Весь лед, который ты там делаешь, он подванивает. И правда, он нехороший. Никакого смысла в этом льду нету. Но это лишний шанс, чтобы что-то протекло, поэтому я для рентала не хочу делать лед в этом холодильнике. Пусть пойдет в магазин и купит себе лед. Так ты бы купила холодильник, в котором нет такой функции. А уже сейчас таких холодильников нет. Но дело не в этом. Но. Я была уверена, у нас запланировано, чтобы не было никакой линии. А пламер взял и провел линию. То есть к воде подключил. Значит, нужно попросить, чтобы он ее просто от воды отключил. Ну что, на свету, надо сказать, вот эти машины выглядят неплохо. Вот там, да, сверху светят, но это не электрический свет. Это Skylight. Это Skylight. Но так они большие, красивые. И вот тут довольно симпатичные. Нет, тут еще будет свет. Я же уже подсветка с ним будет. Тоже ругаюсь. Он тоже должен был сделать. Тут должна быть лампочка, которая будет это все освещать. А здесь на стене должна висеть красота, которая будет видна от входа. Есть красота или они свою повесят? Нет, мы свою повесим, ну, такую, чтобы было эффектно. Угу. Ну, когда будет почище немножко. Понял. Так, ну тут еще какие-то работы. Хотя более-менее вот там они наверху сделали. Мне тоже не нравится, оно что-то красненьким каким-то, какая-то грунтовка там что ли. Фотографируем и пошлем. Да, Светлана что делает? Она вот на селфон и прорабу нашему, а прораб уже там разбирается со строителями. Тут у нас кладовочка небольшая, видите, крючочки, вешалки, полочки. Так, потихоньку все. Идем дальше. Ну-ка, зажжется ли свет вот тут, потому что здесь у нас... В последнее время всегда было темновато. Тут можно еще диммером сделать ярче. Ну-ка. Давай. Если там, если есть такой ползунок. Есть ползунок? Нет, здесь нет ползунка, но здесь есть еще один свет. Ага, окей. Так. Но все-таки, я все-таки покупаю сюда Сантонал, я уже заказала его. А, то есть будет в потолке? Будет, но проблема вся в том, что здесь у нас находится хитер. И здесь так вот, мало вот, места, вот тут сверху вот он хитер. Прямо вот здесь. Да. Здесь так мало места, чтобы сделать это все. Я купила дополнительный гибкий такой шланг, чтобы, угу. Который отражающий. И будет он где? Вот придется вот близко к стене, вот здесь вот. Что-то, ну, то есть далеко не идеальное место. Оно не идеальное, но когда будет светло здесь, это будет окей. Хорошо. Это будет лучше. Ну, спускай воду, давай. Покажи, как... Спускается вода в экономную... Такое ощущение, что они все сюда уже ходят, в эти туалеты. Так, туалет. Ну-ка давай, Света, давай. Вода спускается, но они спускается. Уже тестируют. Знаешь, когда... свои... Это вот то, как она спускается, называется поцелуй без любви. Да. Так вот, нет настоящего чувства искреннего. Нет. Но есть полочки, вот эти крючочки есть. Света, а что это крючочки, зачем они тут? Мы выкрасим эту штуку вот этим цветом. Так, дело в том, что это же рентал, да? Да. И должно быть много всего. Полотенца, трусы, да. Плавки. Да. Слушай, да. А вот я извиняюсь, вот это что? И это важная штука, поскольку я никогда не хотела центральное отопление, да. Вот это вот, которое собирается дуть, да. То если оно работать не будет, а оно, скорее всего, работать не будет, нам придется поставить обогревательные элементы, которые здесь уже все запланировано. Здесь есть розетка с перерывателем. Так. А здесь будет термостат, и здесь будет нагревательный элемент, который угу. Будет обогревать. А что она не будет работать-то? Потому что если ты сдаешь дом, то люди, скорее всего, держат двери закрытыми, а тут вытяжка общая, и она работать просто не будет. То есть термостат стоит в открытой эре, он никогда не будет отражать температуру в комнате. Я понял, то есть это просто непрактично. Это ужасно непрактично. Носите заставило, но это выброшено. Мы не хотели, я помню, мы 3 недели ждали, пока нам разрешат этого не делать. Да, да. И нам поэтому у нас заготовки в каждой и комнате. И нам не разрешили. У нас в каждой комнате все заготовлено. Это то же самое? Да, это то, почему он черными шурупами это сделал. Друзья, чего вдруг вот черными все, шурупами? Все остальные белые, а эти... Да, внизу белые шурупы. Давай-ка я... Это русский, это наш соотечественник? О, да. Так, друзья, потому что вот, конечно, хочется найти какое-то объяснение. Хочется. Ну-ка, свет зажжется. Точно, зажегся. Слушайте, уже начинает казаться чудом каким-то, знаете? Думаешь, сейчас нажмешь кнопку и не будет. А оно раз и есть. Так, ну хорошо. Свет, а тебе не кажется, что вот эта штука здесь, она как бы место занимает? Ну правильно, уже какие-то ящики. Это типа дрессера, на 4 глубоких ящика. Она, конечно, занимает место в шкафу, но шкаф же не должен быть пустым.
Там нужно место разложить, повесить и так далее. Где-то чемоданы, где-то повесить, где-то плечи. Чемоданы? Ну а как люди приедут? Они, как они заезжать будут? Я не знаю. Я тоже не знаю. Друзья, чемоданы, это, знаете, это какой-то сногсшибательная идея. Я, как называется, взрыв мозга. С чемоданами я так смущен. Гаси свет. Мы делаем такой небольшой обход с тем, чтобы Светлана могла... Свет, а тебе не кажется, что эта штука не идет сверху вниз, а как бы даже под углом? Вот пойди сюда. Ну, вообще эти все, они все не идут сверху вниз. Так. Я не знаю, почему эти контракторы пользуются черным чем, но это исправить мы уже не будем. Уже как оно есть, так оно есть. Почему-то не эти самые, не вытяжки вот эти вот от хитера, почему-то они не состоят параллельно. Да, друзья, вообще вертикально вот это вот направление, это, конечно, большой вызов времени. Сами понимаете, непросто. Ой, непросто все, что вертикально. Так, тут тоже. Ну-ка, такое ощущение, что здесь воспользовались и не спустили. Да, ну нет, вроде так, без запахов. Я бы не сказал, что здесь чем-то отличается вот санузел от всех остальных, которые мы сегодня видели. Так, ну что, мы можем, конечно, с понтом. Так, горячая будет? Нет, горячей тоже нет. Наверное, просто не работает та часть, которая обогревать должна была бы. А это, друзья, с высоты птичьего полета план. Вот так выглядит строительная документация, утвержденная всякими органами. Видите, вот она. Много-много разных страниц. На них пометки вот делают руками. Вот печати, подписи. Тут много всяких элементов. Вот так все выглядит. Спрашиваю Светланы, там, что у нас дальше. И вот она говорит, что во вторник придет пожарная инспекция. Да. Придет пожарная инспекция. Нет, инспекция наша придет обычная. Но вот эти вот, которые спринклеры устанавливали, они должны сдать ее. А что, они прям брызгать будут? Вот это вопрос интересный. Я не думаю, что у них есть, наверное, просто глупо было бы брызгать в голый дом. Но они должны каким-то образом протестировать это все, что все работает. Вообще, это большая загадка. То есть нас требуют вот это все делать, но действительно этого никто никогда не проверяет. Более того, например, куда потом обратиться, случись что-то, сломается, тоже неизвестно. То есть это тайна за семьей печатью, нужно идти чуть ли не в райдепартмент. У меня такой вопрос, Зайчик. А известно ли, что в трубах, которые подводят воду, достаточное давление для того, чтобы эти спринклеры работали? Даже не сомневаться, потому что там вот есть у нас целый агрегат, который это все меряет. То есть это известно? Это как раз известно. Ну, Света, тогда это все-таки вещь, которая в случае чего может помочь. Ну, вот как узнать, будет она спрынкать, в случае чего или нет? Давление есть, да, все ну, есть. Хорошо. А что-то может не работать. Но я хочу показать другую вещь интересную. Пошли. Это все неинтересно. Куда мы идем? Так. Прибор какой-то. Это не прибор. Коробки. Это не прибор. Это лампочка. Это не лампочка. Это пленка. Пленка. Это пленка, причем вот она сейчас замотана, и не видно, какая она красивая. Это пленка трехдименшнл пленка. Трехмерная. Она будет сверкать, но мне не хочется ее разворачивать, да. Потому что она чистая. Ты ее вот сюда на стекло? Нет, на это стекло нет. Мы ее вот на то стекло поставим. Давай. Значит. Дело в том, что в России проблемы красивых стекол решались на уровне стекол. Да. Нет, там тоже пленку клеили. Нет, там не было никаких пленок. Там мы просто пошли и купили красивые стекла. Здесь красивые стекла стоят очень дорого, а уж дверь с красивым стеклом, это уже вообще тут же двойное стекло, видите, тут два стекла. Поэтому вот на эту дверь, чтобы вы все-таки больше справились, мы натянем такую штуку, которая будет, она настолько красивая, она будет давать вот такой rainbow эффект, то есть это будет настоящее такое, как красивое стекло. Как будто там вот... Хрусталики, да, оставлены. Окей. Это красиво. Бухато, короче. Да, это будет красиво. И почем вещь? Я не помню уже, но она недорогая.
Это пленка же всего на ну, да. Причем эту пленку, ее приклеивать вообще не надо. Это моется стекло просто мыльным раствором. Так. Он хорошо вытирается, пока оно мокрое. На мокром трении вот разглаживается эта пленочка, из нее выгоняется воздух. И потом, когда... То есть просто буквально салфеточкой. Высыхает, да, она остается приклеенной. А на те окна у меня тоже есть пленка, но не такая. Это на улицу было бы очень странно. Ага. В этой двери она как раз более уместна. Я помню, как мы в Москве ходили в магазин и покупали такое стекло вычурное для двери на кухню. Помнишь, да? Да, да, так я говорю, там мы просто стекло купили. Угу. А здесь... Я его тащил в руках. Мы его тащили на тележке. На тележечке на маленькой, да. Вот. Да. А вот эта пленка, вот, она проще. Вот тоже показывает, как ее делать. Побрызгал у нее водичкой, да, и все. Побрызгал, прилетел. Но эта пленка сделает нам что? Она будет на окне с улицы, не будет видно, что в доме происходит. То есть это в одну сторону видно, в другую нет? Да, ну, за исключением того времени, когда здесь уже начинает свет гореть. Но дело все в том, что вечером тут не ходит никто, тут днем-то особо не ходит. Да. Но сейчас светит солнце, и с улицы очень хорошо видно, что здесь происходит. Угу. А вот при наличии такой пленки ничего видно не будет. Пленка снаружи или внутри? Внутри, конечно. Внутри. Ну что же, отлично, отлично. Вот это интересно. А вот эти какое-то название у нее есть? Да какая разница, какой она. Ну, может быть, люди спросят, а я хочу такую пленку. Стоп. Тут что-то китайское. Вот я вижу. Вот, друзья, кто по-китайски? Windows Film Installation Steps. Windows Film Installation Steps. Это Steps. Это как? Ну, китайское, наверное, на всюду. Ну, в конце концов, это называется Windows Film. Да. Дело в том, что если речь идет, там, допустим, о России, то там же многоквартирные дома, и не все квартиры на первом этаже. То есть не у всех под окном кто-то ходит? Не у всех под окном кто-то ходит. А когда кто-то ходит... А знаешь, что там может быть? Там может быть дом напротив, и люди могут в бинокль или в трубу подзорную. Дело в том, что уже разглядеть то, что в комнате, это может только, когда в комнате горит свет. Днем ты не разглядишь. Да. Все равно стекло как-то отражает. Но здесь вот люди ходят очень близко. Mm-hmm. И, конечно, вот сейчас, когда светит солнце, то с улицы... Да, тут очень видит. Актуально все, да, конечно. Обратите внимание, друзья, вот эта труба наверху, она так тут пристроена, замазана, но пока это нельзя закрывать ничем, потому что должен прийти инспектор и увидеть, что труба металлическая, не картонная, не пластиковая. Она пришла с пластмассовой трубой. А-а-а. Да, эта вытяжка пришла с пластмассовой трубой. Ее поставили вначале, а инспектор пришел, сказал, no way. Только металлическая, пришлось отдельно эти трубы покупать. И вот сейчас мы оставили это открытым, чтобы они увидели, что мы это поменяли. Потому что он уже знает, за нами грешок есть. Нет, он не знает ничего, там могут быть разные. А вот это красота. Вот это люстра. Вот это очень красиво. Слушай, это как у нас на кухне, нет? Да. И она очень красивая. Она очень красивая, и вот уже для нее сделали электрическую вот дырку. Сейчас посмотрим. Где светик? Так а вот. Только опять он ее должен был сделать по центру, наверное, по центру, да? А, вот тоже заглушкой закрыто. Да, вот да. Про между двух скайлайтов. Да. Да, вот ну, тут... я бы не сказал, что это будет по центру. По-моему, это будет левее центра. Нет, ну, смотря в каком измерении, потому что я говорю про это измерение, а ты говоришь про это. Да. В этом измерении тут у нас шансов нет, мы можем сделать только посередине между скайлайтами. Да. То есть мы же не можем края сделать ближе. Да. А в этом измерении он сказал, что он посередине сделает, ну, более-менее. Значит, вот мы принесли сейчас эту люстру. И он сюда ее подвесит, и вот тут будет висеть, она такая очень красивая, многоуровневая, и она дополнит нашу красиво, очень красивая картину. Главное, головой от нее не стукнется, что а очень, уже, очень жесткая. Нет, здесь не стукнешься, потому что здесь все-таки высоко, у нас ну, да, она да. Низко очень висит. У нас она прямо высоко, у меня да. Над головой, где я сижу. Да, мы дом высоко сделаем все.